Давай, другой вопрос. Я тут вас не так, что вы хотели? Расписаться. Сказать ступени силы. Я, может быть, неправильно тогда выразился. Да? Необычная лестница. Ну, слава богу, ее в рекордно короткие сроки изготовили. И чем черед за вами? Да. Устанавливать рекорд. Да, тут тоже дело в технике. Надо. Сейчас мы разомнемся. Тысяча тонн общий вес. Рекорд книги. Рекордом Гиннесса. Поехали. Ребята, паром весит 1800 тонн. Чтобы вы понимали, насколько сейчас тяжело. Движение.
Молодцы! Молодцы, мужчины! Матурин! Это спортсмен, актер, мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, вице-чемпион соревнований, самый сильный человек планеты 2005 года! Спасибо! Ура! Джамшид Исматиллаев, город Судак! Исматиллаев! Он шел бы это рейтинге вторым! Ребята, ваши аплодисменты! Спасибо! Крымчанин-рекордсмен! По трек-прылу морского судна и автомобилей! Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу! Эльбрус! Эльбрус! Громче, 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 дорогие друзья! Это просто невероятно! Ой, спасибо! Джама, ты молодец. Я тебя уважаю. Спасибо. 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 Ой. Ален, микрофон. Вот это да. Алена! То, что вы сделали, это в нашем городе. В городе Герой Кирс. Небольшой пиар. Спасибо, что вы присутствовали. Я вам подворение народу. Муниципальное образование города. Спасибо. У нас это иногда раз. Еще чего-нибудь сделаем. А если как вы, то еще раз два попросите. Вот так вот сегодня Джамшид Исматиллаев и Элис Нигматуллин одной командой потянули паром весом 2000 тонн, все-таки груженные автомобилями, и они установили рекорд. Будет ли этот рекорд в книге рекордов Гиннесса, или это будет рекордом Крыма? Вернее всего, это будет рекорд России. Вот так, ребята. 5 июня 2015 года. Морской порт города Керчь. Республика Крым. И крымский репортаж. Вот так. Точно знаю, что без Джамшида бы я не справился. Джамшид – это очень сильный, талантливый спортсмен. Я на него поставил и не прогадал. Вдвоем мы справились, я этому очень рад. Спасибо, что вы целый день прождали. Я вам очень признателен, зрители дорогие, журналисты в первую очередь. Мы это делали для вас. Вот это не потому, что мы друг друга развлекаем. Мы хотели сделать небольшой, но праздник. Мне кажется, у нас получилось. Я рад оказаться впервые в жизни в Керчи. Керчи я запомню на всю жизнь. Вот эта махина, которая сегодня нас мотала в разные стороны, не сопротивлялась, не хотела против ветра двигаться, но все-таки мы заставили железо сдаться и сумели его сдвинуть к берегу, к вам. Джамшид, еще раз я тебя поздравляю, спасибо тебе большое, мне было очень с тобой приятно. И ты подставил свою, можно сказать, спину, он закрывал мне сзади. Я очень рад, Джамшид, я тебя поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Вдвоем. Брусу, я его считаю учителем, наставником, другом. И благодаря ему все состоялось. Он считает, что я помог, а я думаю, что наоборот. Вы видели сами, я за ним шел как за стеной. Благодарю Эльбруса за то, что он приехал с Челябинска к нам, в Крым. Благодарю всех, кто поддержал наши начинания. Это мировой рекорд, это Гиннесса. Эльбрус Нигматуллин, ребята. Спасибо. Мы познакомились много, может быть, больше 10 лет назад, но виртуально мы в соцсетях познакомились, очень банально. Все это время поддерживали связь, переписывались. Я как мог ему помогал советами, своим опытом. Он, в свою очередь, не терял время даром, он тренировался, он рос, он человек очень разносторонний, очень талантливый. И когда я ему предложил, значит, два или три месяца назад сдвинуть корабль, он говорит: Джамшид, нужно сделать это именно в Крыму, не где-либо. Джамшид сказал: без проблем, сделаем. Все, что нужно, я сделаю. Он все сделал, всю подготовительную часть. Мне оставалось только лишь подготовиться, приехать и потянуть корабль. Собственно, так все и случилось. Но все-таки мы его сдвинули. Не скажу, что это легко, трудно было. Я даже в какой-то момент думал, что сейчас нас отбросит назад. Но ваши
возглас ваши крики, сзади меня Джамшид. Я понимал, что отступать некуда, сзади Джамшид, я его затопчу иначе. И все-таки он сдался. Я это просто почувствовал, что вот она пошла. Конечно, силы уже были на исходе, и тут важно было доработать. Вот, и я рад, что все получилось. Два. Наш общий вес 260 килограммов на двоих. Рост примерно 269. 180 сантиметров. 269 против 1800 тонн. 239 и 130. Ну вот сопоставляйте. Ребят, богатырей между Крымом и Челябинском. Такая вот идея возникла. Ну, она веет, но мы к следующему году это проведем. Возможно, даже в Керчи. Челябинску большой привет. Сегодня, вот сегодня глава города Керчи обещал нас почаще приглашать. Я думаю, что с помощью силачей, энтузиастов, партнеров и, в том числе, чиновников, мы можем все что угодно реализовать. Главное, в тандеме, в связке работать. Любая помощь с любой стороны приветствуется. Спасибо, Керчи. Спасибо. Джамшид Исматилаев. Пойдем, я вот сюда, ура! Время за. Вот. Мы еще с вами будем. У нас очень много не только. Я жена. У меня близнецы, я жена. Благодарим, без вас никак. Серьезно. Мне очень понравилось, что ваша инициатива, она стала именно последней, после которой все вот случилось, все произошло. Это ваш рекорд, в том числе. Буквально с 30 вы начали. Да. И оно пошло. Но когда оно пошло, скажу честно, у меня уже силы иссякли. Вот когда оно встало, все. Поехали. Оно же как тетива, оно тебя да, и в какой-то момент предел прочности, все, он либо рвется, да? Думаю, сейчас я руки отпущу, меня отбросит назад. А вот просто уже все. Чуть пошла. Главное, да. Я уже почувствовал клетками, уже спинными позвонками, все. Вот он и пошел. И мне Джамшид сзади кричит. Давай. Ну что, ладно, тогда пошел. Тогда можно идти. Я как вице-президент Федерации Сильнейших Атлетов в России вполне имею право его зарегистрировать и заявку подать. Почти 1800 тонн. Это абсолютный рекорд. Что для нас, для меня не главное не в книгу рекордов Гиннесса попасть, поймите правильно. Для меня главное, что мы это сделали у вас сегодня на глазах. Мы это не делали виртуально. Судно, которое мы тянули, это настоящее судно. Оно на ходу, оно рабочее. И вес, который заявлен, это правда. Можете, это надо спрашивать у капитана корабля. Сегодня мы подтвердили, это около 1800 тонн. И это 100%, что это мировой рекорд.